Это не только данина нашей истории, а это усведомление той галізної небезпеки, якая створилася дякуючи имперской политике Кремля и Яєшковському помогатому. Белорусы жили, живут и будут жить. Наш народ в состоянии продемонстрировать свою силу и мощь перед лицом того псевдопрезидента, предателя нашего народа и нашего государства, который окопался там за штыками.